Почти в каждом исправительном учреждении Смоленской области своя производственно-хозяйственная зона, где осужденные для своих нужд выращивают овощи, разводят кур, гусей и уток, а также занимаются свиноводством и откормом крупного рогатого скота. Эта деятельность обеспечивает их чистыми экологическими продуктами и позволяет заработать. В Десногорской колонии поселения руководство приобрело новое оборудование для производства комбикормов. В прошлом году проработали вопрос по поводу открытия комбикормового мини-завода. Обговорили это с руководством, сыграли запрос котировок, закупили оборудование, зерно. Документы собираются по поводу тоже запроса котировок. Собираемся приобретать гранулятор, чтобы комбикорм был у грановых, чтобы повышает и хранение будет, и калорийность, и оно увеличивается в объемах. Установка по производству рассыпного комбикорма может изготовить до 1,5 тонны продукции в час. В качестве сырья используют пшеницу, ячмень, овес и кукурузу. Их смешивают в определенных пропорциях в зависимости от назначения комбикорма. Полученный продукт идет на откорм скота, который содержится на подсобном сельскохозяйственном участке колонии поселения. В будущем планируются поставки комбикормов и в другие учреждения уголовно-исполнительной системы региона. Благодаря этому новому производству в колонии появились новые рабочие места для осужденных. А это значит, что они смогут заработать деньги для возмещения причиненного материального ущерба.